Да. Впечатление игры хорошее. Усиление приехало с этим молодым человеком. Сильный. Опоздали на 15 минут, но игру сделали. Все, в принципе, по плану. Результатом удовлетворены. Оба забили первым касанием. А вот соперник только делает первые шаги в футболе. Что бы можно было посоветовать? Какие вот у них сильные стороны? У кого? У команды? У соперника, да. Сильная сторона, много человек бегают. Физически сильные, мощные. Но мы справимся.